гнездо, ага. куда нужно положить, мы это называем seed, это как зерно для закладки будущего, потому что весь павильон, он рассказывает о будущем гражданской авиации. Вы увидите около каждой станции вот такой вот док, его нужно опустить сюда, он загорится голубым, это означает, что система активирована. Первая станция — это авиационная викторина. Здесь будут вам задавать вопросы, есть 20 секунд, чтобы на него ответить, и это как соревнование, то есть все участники одновременно получают одни и те же вопросы, и вы видите, кто отвечает первый, кто последний. То есть ходить с ней и везде прикладывать да, ее. Да, все правильно. Вы уже взяли, и вы уже ее проиграл. Ресетнули, ну, перезагрузили систему. Будете пробовать? Да. Тогда давайте еще раз положим, сейчас она загрузится. Есть станция, аэропорт будущего, и две станции наверху, там на одной станции можно создать самолет. А мне нужно этой группой ходить, или я могу сам? Нет, 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 вы сами ходите, вы сами по себе. А где Росари? Вот. А это девушка? Это, наверное, ее. А, ну да, это значит ваш экран, да, все правильно. И все, и последняя станция — это кинотеатр, там нужно будет уже вернуть чарики, и там, не 3D, а 360 градусов фильм, вот. Спасибо за информацию. Да, всего доброго. До свидания. Do you see the camera?
Thank you.